Инструментальная компания Incorp представляет электрический ручной перфоратор модели PE44018ER с системой крепления оснастки SDS+. Работает перфоратор от однофазной сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Его мощность составляет 440 Вт. Глубину сверления поможет регулировать дополнительная рукоятка с ограничителем, поставляющийся в комплекте. Частота вращения шпинделя на холостом ходу до 1700 оборотов в минуту. За это время инструмент производит 7500 ударов. Энергия единичного удара достигает при этом 1,4 джоуля. А легкие долбежные работы можно легко вести, отключив вращение шпинделя. Можно отметить отличную эргономику устройства и удобство расположения кнопок управления на нем. Максимальный диаметр сверления буром в бетоне с сверлом SDS+, до 18 мм. Предохранительная муфта исключает возможность удара инструмента при заклинивании бура. Инструмент предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и других строительных материалах в ударно-вращательном режиме, спиральными сверлами, бурами. Для проведения сверлильных операций в металлах и древесине с применением специальной оснастки предусмотрена возможность отключения удара. Оптимальный размер сверления в металле со сверлильным патроном до 13 мм, в древесине до 24 мм. Кроме этого, устройство оборудовано выключателем с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором. Это сверхкомпактный трехрежимный перфоратор весом всего 2 кг, заключающий в себе идеальное сочетание мощности и силы удара. Данный инструмент поставляется в кейсе с руководством по эксплуатации.